Якщо алергія, препарат «Цитрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цитрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цитрин» діє в центрі алергії. Скоро конец войне, оккупанты сдаются, расскажем почему. У нас некоторые говорят, ну это не палочка-выручалочка, да он не окажет влияние существенного на ход боевых действий. Да, окажет. И существенное окажет. Вы видели? Пригожин сбежал. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. И кого с русских знаменитостей бросили на фронт? Выстрел. Это горячие новости, все самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску. Мы создаем этот проект благодаря вашей поддержке. Сенсационная новость. Пригожин сбежал от Лукашенко, да еще и на другой континент. Подальше от Раши и Беларуси. Вожак вагнеровцев выплыл, где бы вы думали? Да-да, в его любимой Африке. Вот зачем на болотах платить деньги за цирк, если он у них бесплатный? Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Да ты себя не смог освободить, а уже в Африку уехал. А как теперь Лукашенко? Вы просто с усатым характером не сошлись? Или ты обиделся, что под Осиповичами у тебя штанишки украли? Хотя неважно, главное, что ты со своими головорезами подальше от Украины сидишь. Ну что, вам страшно? Пропагандюгам стало доходить. На Геббельс ТВ наконец-то сняли розовые очки и поняли, что войну против Украины рашистам никогда не выиграть. После новости о передаче Украине истребителей F-16. Сегодня 42, завтра 142, послезавтра 242. Как у нас некоторые говорят, ну это не палочка-выручалочка, да он не окажет влияние существенного на ход боевых действий. Да, окажет. И существенное окажет. Да-да, господа, самое время найти предательство и на родных болотах. До вас бы дошло еще, что главная сила Украины не в новейших истребителях, не в танках и даже не в беспилотниках, а в людях. Поэтому осознать свое поражение нужно было еще тогда, когда ваши мужики у бусов на мобилизацию собирались. На болотах стабильность, как еще народу поднять боевой дух, как непоказушными спектаклями второй армии и старой военной техникой, которую из-за ржавчины приходится разрисовывать. Ну, после такого неудивительно, что половина путинских мальчиков не понимают, как вообще в Украине оказались. Да такая вот техника, так интересно, это мужское все. Даже вот там девочки разбирали оружие. Вот что главное сегодня, как воспитывать молодежь. Мне понравилось то, что выставляется, то, что и выставлялось в прошлом году. Чего-то прорывного, ну, лично я не увидела. Вот это скрепы, вот это настоящее воспитание детей. Ну а зачем им игрушками играть? Пусть с детства автоматы разбирают и понимают, как маме заработать на шубу. Ну а последнюю женщину немного жаль. И техники новой не увидела, и на 8 лет за свою бдительность и внимательность присядет. Сегодня в болотном зоопарке день открытых дверей, и у нас есть уникальная возможность увидеть неандертальцев в 21 веке. Как и ожидалось, мозг на Раше пока не обнаружен, но разговаривать рабы, к сожалению, уже научились. Думаете, война главный фактор? Ну, я думаю, вообще-то, что да. Что делать нам? Честно признаться, Богу молить. Путину большое спасибо за то, что он нашим матерям дает пенсию. Так. Вот. И спасибо за то, что он нас защищает. Вы можете себя назвать пехотинцем Путина сейчас. Да. И я скажу это с гордостью, что я Путина-пехотинец. Да что там, без Путина даже в Африке крокодилы не водятся, кокосы не растут. Вот как сознательный человек может не понимать, что пенсию людям платит совсем не бункерный? Ваши пенсии – это ваши же налоги. Лучше бы задумались, почему ваши матери вместо нормальных пенсий получают копейки. У Шойгу все идет по плану, у второй армии закончилась вся техника и мальчикам приходится играть в изобретателей. Вашему вниманию оружие будущего.
Это не просто невероятный прорыв, это настоящий апогей русского оружия. Илон Маск уже кусает локти. Угол посмотрите, давай. Пазы, давай. Все, зарядили. Скорость перезарядки поражает, а точность какая, как бог даст. Теперь хоть понятно, что упало у дома Симоньяны, кто сбил Луну 25. Да вы подождите, они не такое могут построить, когда у них вообще все закончится. Скоро и повозки на ослах будут выдавать за ноу-хау, а потом вообще взрывчатку к путинским мальчикам просто привязывать будут и пускать их по полю. Бункер Путина снова не уместился в самолет, и Лаврову пришлось отдуваться на Бриксе самому. Встреча, как и всегда, была незабываемой и достойной для министра иностранных дел болот. Для полного троллинга африканцы даже накинули сине-желтые платки на плечи. Лавров, ну постановщик с тебя такой себе. Синхронность очень страдает, жаль, конечно, что Ботоксный так и не приехал. Понимает, что ему ни в одной точке мира не рады. Хотя почему это? Путина очень сильно ждут в Гааге. У Мардана новый приступ. Правда, теперь шизофрения с истерической переросла в скучную. Пропагандюге почему-то показалось, что Харьковская область принадлежит Раше. Купянск? Это российский город. То есть речь в данном случае идет об освобождении российской территории. Там висели билборды России здесь навсегда. Там, где висел российский триколор, там должен висеть в любом случае российский триколор. То есть, если какому-то чмобику каким-то чудом удалось повесить там трехцветную тряпку, а на билборде появилась глупая надпись, значит, город принадлежит России? Ну тогда Нижний Новгород украинский, или уже забыли, как там наш флаг висел? А если вспомнить, что о тебе, Мардан, на заборе в родном городе написали, то вообще лучше программу закрыть. Деньги не пахнут? Нараши солист группы «Звери» быстренько переобулся. Еще в прошлом году Рома Билык осуждал войну, отменял концерты на болотах и поддерживал украинцев в социальных сетях. Но оказалось, гонорары важнее человечности, и теперь певец поехал на гастроли в оккупированный Донбасс. Может, его беднягу напугали и силой бросили на фронт? А там инспектор, и щелчок верхний. Ух, блядь. Выстрел! Хорошо, что вы хоть сами себя сдаете, только помните, что такое переобувание – клеймо на всю дальнейшую жизнь. В России до сих пор живут одни русские, а сами рашисты ни в коем случае не расисты, абсолютно адекватно относятся ко всем нациям и народам. Все, кроме работников завода, которые уже успели познакомиться с новыми сотрудниками. Брали нового персонала нам, нормальных русских пацанов. Аджамшот, Шерзо, Хужамрот, Бунед. Ну а что вы думали, когда другие страны оккупировали и наемников с других государств на войну за паспорт отправляли? Это только начало, скоро российские имена вообще только в книгах по истории сможете увидеть. А у нас сегодня все, спасибо, что смотрите «Горячие новости», поставьте лайк, это очень важно для нас, и поддерживайте ВСУ. Война продолжается.